Установку скрытых майнеров на более чем 2 миллионах компьютеров пресекла лаборатория Касперского в 2017 году. На фоне роста курса криптовалют мошенники все чаще прибегают к скрытой установке майнингового софта на компьютеры ничего не подозревающих пользователей. Проникая через электронную почту или Skype, вирус берет компьютеры под свой контроль и подключает их к скрытому биткоин-майнингу. Хакеры заставляют другие машины зарабатывать для них деньги, и эти компьютеры подвергаются серьезной нагрузке. Жертва может заметить, что коэффициент загруженности ее компьютера возрастает многократно. Вирусы, откровенно крадущие биткоины, существуют уже несколько лет, причем их распространение растет в геометрической прогрессии.